Где можно переходить дорогу? Как пересекать проезжую часть велосипедистам? Какие дорожные знаки необходимо знать в первую очередь? Все ответы на эти вопросы получили ученики 8 класса 5 школы. У ребят прошел необычный урок ОБЖ. Его провела инспектор направления по пропаганде безопасности дорожного движения Людмила Ковтун. У нас за 8 месяцев текущего года на территории Российской Федерации зарегистрировано более 12 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Более 450 несовершеннолетних погибли. Для того, чтобы дети не забывали, как вести себя на дороге, традиционно проходят встречи инспекторов ГИБДД со школьниками. На таких уроках ребятам не только напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на улицах, но и проверяют, насколько хорошо дети знают эти правила. Дети решают охотно эти тесты. Эти тесты у нас, они не ставятся оценки в журнал, то есть это только проводится анализ. Знают дети, не знают, на что обратить внимание. Ребятам раздали бланки с номерами вопросов. Задача – вписать в него варианты правильного ответа. На решение каждого задания по одной минуте. 20 вопросов были отображены на проекторе. В полной тишине школьники вдумчиво решали тесты. Для себя узнал из теста, как правильно переходить животным дорогу. В тестах вопросы о правилах дорожного движения для пешеходов и велосипедистов. Игорь Дорошенко говорит, несмотря на то, что он катается на двухколесном транспорте не первый год, только сейчас узнал, как нужно правильно пересекать проезжую часть. На пешеходном переходе велосипед нужно вести рядом с собой. Остальные вопросы показались мальчику легкими. У других одноклассников тестовые задания также не вызвали трудностей. Александра Стрекаль считает, что правила дорожного движения всем хорошо знакомы, но вот соблюдает их не каждый. Проблема в том, что многие дети не обращают на это внимания, считают, что они и так все знают. Но вот когда дело касается не теории, а практики, совершается ДТП с участием детей. Дети считаются самыми незащищенными участниками дорожного движения. Для того, чтобы уберечь их от происшествий, инспекторы ГИБДД делают упор на необходимость соблюдения правил. В ближайшее время подобные встречи с представителями ГИБДД пройдут во всех школах города. Елена Хильдинис, Гонцов, новости Губкинского.